Для того, чтобы узнать казахский народ, достаточно познакомиться с произведениями Абая Кунанбаева. Так считает Экрем Аян. Он в числе тех, кто изучает творчество великого просветителя не один год. Исследователям уже изданы 4 книги о творчестве выдающихся казахских писателей. Сейчас они одни из самых читаемых в Турции. Экрем Аян считает, что изучению трудов Абая в Турции должно быть уделено больше внимания. Моя книга «Зеркало одной эпохи» приурочена к предстоящему юбилею Абая. В ней рассказывается об огромном вкладе казахского классика в тюркскую культуру. Приводятся слова Ельбасы Нурсултана Назарбаева о творчестве просветителя и знаменитые слова назидания в переводе на турецкий язык. По моему мнению, труды Абая должны более тщательно изучаться тюркским народом.